Меня зовут Кузнецова Сандра. Я хочу вам рассказать про моего прапрадедушку Плыкина Макара Алексеевича. Родился он в 1902 году в деревне Сороченко Тульской области. Был призван в армию 22 августа 1941 года. Воинское звание – красноармеец. Воевал на Юго-Западном фронте. Бежал из плена один раз. Пришел домой в деревню очень худой. Неделю побыл дома и снова ушел опять на фронт, защищать свою родину. Был награжден 16 августа 1943 года медалью за отвагу, за то, что он в бою с немецкими захватчиками убил 5 фашистов. Захватил и доставил одного пленного. Я хочу поблагодарить своего прапрадедушку Плыкина Макара Алексеевича за то, что мы можем жить под мирным небом. Я очень горжусь, что он был храбрым и отважным.